что, ребята, я рад снова всех приветствовать, и, как вы можете видеть, я начинаю прохождение новой игры, которая называется Nier Automata. Ну, про эту игру я могу сказать несколько больше, чем я, например, говорил про предыдущие игры, с которыми я был значительно меньше знаком, но тут я просто все-таки решил немножко посмотреть, что пишут, да? Ну, давайте очевидно, что это экшен-РПГ, я думаю, что это уже многие знают. Эту игру разрабатывала Platinum Games, а издателем выступала Square Enix. Platinum Games, они, в принципе, все свои игры, ну, по крайней мере, наиболее известные, делали достаточно однотипно. То есть это все были экшены, то есть даже вспомнить Bayonetta первую, вторую, Vanquish вспомнить и Metal Gear Solid Revenge. Это все достаточно такие очень мощные экшены, в котором происходит куча всего и сразу. Ну, окей, ладно. Nier Automata, в принципе, из той же оперы, но я знаю, что тут есть еще, например, элементы RPG. А так, в некотором смысле, возможно, даже такая типичненькая японская экшен-РПГ. Окей. Сюжет игры расскажет про вторжение на Землю пришельцев, которые с помощью особого вируса создали механическую форму жизни. Она, в свою очередь, без труда захватила планету с помощью несокрушимой военной мощи, заставив человечество сбежать на Луну. Но не все пали духом, и среди останков человеческой цивилизации зародилось сопротивление, ведущее войну с захватчиками. Вот так вот. Так, ну, тут какая-то борода, на самом деле, с настройками происходит. Я почему-то ничего не могу поменять в плане звука. Надеюсь, что, может, в игре мне дадут это сделать. Окей, давайте начинать новую игру. Эта игра не поддерживает это сохранение. Играйте в игру, чтобы узнать, как сохраняться. Что? Ну, ладно, окей. Ну, видимо, на каких-то конкретных точках только можно будет сохраняться, не знаю. Эй. Enter. Да, начнем. Нет автонаведения, вы умираете от любой царапины. Потрясающе. Сражение труднее, нет автонаведения. Обычное, самая приятная сложность, наверное. Ваши противники слабые, вы можете использовать чипы авто. Я выберу обычную. О, неужели? 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 Да. Так, громкость голоса. Субтитры, где же они у нас есть? Может, в разделе экран? Нет, нету. Может, в разделе игра? Нету. Нету. Ну, наверное, они по умолчанию идут. Ну ладно, давайте начнем. Там уже будем из этой каши варить, что получится. Все это японское такое неудобное. Всему живому предначертан конец. Мы навечно заперты в бесконечном цикле жизни и смерти. Это проклятие? Или какое-то наказание? Я часто задумываюсь о Боге, что не спаслал на нас что-то там, и задаюсь вопросом, сможем ли мы убить его. Кого-то, что не спаслали на них. На связи штаб, эскадрилья Йорха, прием. Туби на связи, все успешно, прошли в стратосферу, автопилот функционирует стабильно. Оператор 60 на связи, наблюдая все единицы. Мы достигли 50-километрового рубежа, продвигаемся к цели. Принято, достигнут радиус поражения ПВО противника, примите боевой порядок. Затем любым способом уничтожьте противника класса Голиаф и соберите разведданные. Принято. Двенадцать аж сбит. Всем перейти на ручное управление, избегайте вражеских атак. Выполнено. Управление разблокировано. Местоположение дальнобойных кого-то там. Ой-ой. У вас нет полномочий для атаки. Барьеры наших, но что-то там бесполезно. Так.
Блин, тут субтитры появляются позже, чем начинается диалог. Это тупо, исчезают они быстро. Внимание, впереди обнаружен противник. Запрашиваю разрешение на перехват. Разрешаю, получено. Так, ладно. 7E down, сбит. Опа, наводится. Уклоняйся же ты, дура. Ага, сбит. Принимай обязанности капитана. Чё, тяжелая атака? Что? Это вы серьезно? Отвратительно. Ой. Нет, если это так на клавиатуре, то это супер мерзко и неудобно. Подтверждая скопление воздушных сил противника, запрашиваю разрешение на переход в мобильную конфигурацию. Разрешение получено. Направление выстрела. Ой-ой-ой-ой-ой. Срочно дайте мне геймпад. Жесть какая-то. Тут стики нужны. Это прям консольщина откровенная. Что я больше всего не люблю. Блин. Metal Gear Rising Revenge был лучше адаптирован под игру на клавиатуре. Капитан, мне кажется... Так, конечно, тебе кажется. Сбито, понятно. Извиняюсь. 2B, вызываю оператор 60. Все союзные единицы сбиты. Операция на грани срыва, ожидая дальнейших указаний. Оператор, вызываю 2B. Нам нужно, чтобы вы объединились с 9S и начали сбор данных. Принято. Не знаю, по-английски, по-русски как читать лучше-то. Тут 2B читаю, там 9S. Бред какой-то. Shift стреляет, ну что это вообще такое? Ой-о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 й
О. Мне все еще не дает покоя этот отвратительный shift для стрельбы или черточка для какой-то там тяжелой атаки. Это просто жесть какая-то. Надо срочно будет перелопатить все управление на какое-то худо-бедно адекватное. Ура, новый уровень. Круто. Так намного проще, чем я буду прицеливаться. Просто буду вот так размахивать. Так намного быстрее. Вот и все. А мышка еще можно выцеливать. Ой, нет, ой, нет. Внимание, критические повреждения. Так, вот мы наконец-то и добрались. Активируя оружие ближнего боя. До управления главной героини. Внимание, обнаружено скопление противников. Да, я вижу. Как ты видишь. Тяжелая атака, ну господи, ну почему она на этой клавише, ну что это такое? Кто придумал это управление?
Ой-ой-ой-ой-ой. А, на шифте у нас эта штука стреляет. Потрясающе. Так, ладно. Так. Двойное нажатие. Да, на клавиатуре это выглядит дико, конечно. Но, с одной стороны, я, как человек, который прошел на клавиатуре этот... Блять, сейчас я скажу, я забыл. Противник уничтожен. Не совсем. Это еще что такое? Внимание, Маркс, что? Что? Это и есть наша цель? Отрицательно, этот противник не относится к заданию. Уничтожьте его как можно скорее. Как скажешь. А, во. Он третьего уровня. Да блин! Жесть! А как мне было уклоняться? У меня эта штука, по-моему, подлечила, которая летает с нами. Лазерная коммуникация установлена. Передаю про... чего? Да... блин, а... ну это жесть. Программа бота загружена. Какая программа бота? Так, ладно, надо срочно что-то делать с управлением, потому что это невозможно. Системное меню позволяет проверить задание, изменить экипировку, настроить параметры, это понятно. Так, тут у нас показываются наши задания, в том числе и наш уровень. Атака легкая, тяжелая. Защита, ошибок не выявлено. Модуль карты, легенда. Предметы. Смотрите, предметы еще. Предметы усиления. А в руках у нас какое, интересно. Программы бота. Ой-ой-ой, сколько менюшек для простого кого-то, блин. Простой мясорубки, столько меню, серьезно? Так, система. Так, настройки. Что? Что? Я не могу менять управление? Не-не-не-не-не. А, вот. Так, господи. Серьезно. Авторан, прыжок, экшен, лайт. Это сделано на эти клавиши? Ебануться. Просто ебануться. Кто это придумал? Так. А на мышку что там поставлено, я просто не совсем понимаю. Так, вот это движение, это прыжок. Экшен какой-то, ну, типа, видимо, действие. Жесть. Ладно. Ну, а походу все-таки поставлена на правую кнопку, я пытаюсь понять. Да, она поставлена на правую кнопку. Ой-ой-ой-ой-ой. Я пока пытаюсь разобраться с управлением, меня, конечно, убивает немножко. Ой, она этими штучками пуляется. И
Мне кажется, этот маленький робот уничтожит эту штуку быстрее, чем я пока пытаюсь разобраться с управлением. А, у нее зубы, мы даже все зубцы почти отбили. Главное не отпускать shift, и все будет хорошо. Вот и все. Лучше в следующий раз быть повнимательней. Это было опасно, мэм. Третий уровень, отлично. Вы есть 2B, да? Меня зовут 9S. Прибыл, чтобы оказать поддержку. Принято. Так, это груда металла есть, Голиавзе, к которому вы пришли? Нет, это всего лишь очередная охранная система. Думаю, нам следует найти нашу цель, да? Поскольку я в полетном модуле, то осмотрю периметр. Согласна, а я продолжу двигаться наземным путем. В полетном модуле он и летит отсюда. Так, ну ладно. Я так понимаю, что мы пойдем вперед. Так. R. Нет. По-моему, R было что-то в стиле бежать всегда. Shift огонь. Спасибо. С них еще какой-то лут валится. Да, мы что-то подбираем. Сейчас я только пытаюсь понять, что это. Погнутая пластина. Что тут, крафт что ли еще какой-то есть? Ржавый болт подобрали. Медная руда. Все намекает на то, что здесь еще есть элементы крафта. Мне кажется, если я прыгну туда, я разобьюсь. А, ну все, оказалось намного проще. Не обязательно было себя убивать. Ой-ой-ой-ой. Они меня пытаются ударить. Твою дивизию! Еще я тут так заметил, что нету каких-то комбо-атак, в смысле что, чем больше ты их убиваешь, не получая урона, тем больше ты получаешь экспы. Но тут, к сожалению, такого нету. Ну, мне так кажется. Пока что бегаем, выпиливаем каких-то непонятных роботов. У меня такое ощущение, что игра идет пониженным разрешением. Меня не отпускает это чувство. Экран. Нет, 1920 на 1080 во весь экран. Не знаю, стало ли лучше. Да нет, по-моему, не стало. Ой, что камера делает? Прекрати, камера. 2B, мэм. В чем дело? Я хочу переслать вам карту, которую я составил. Давай. Появилась мини-карта. Круто.
не знаю, наверное, сюда надо. А мы с этой штуки не упадем, надеюсь? Так, вроде нет. Так, что это у нас? Коробочка. Малое восстановление мы какое-то подобрали. Ну, хорошо. Что бы это ни было. Учитывая, что у нас в инвентаре и так всякая лабуда валяется. Тихо, тихо. О, смотрите, сверху еще что-то лежит. Что же это? Железная руда. Этот придурок свалился вниз, но я пойду за ним и завалю его. Да, я ждал чего-то подобного, поэтому решил на собственной шкуре это не проверять, а... Вот, так что вот, сэкономили мы здоровье, это хорошо. Да что происходит? У него какие-то абсолютно неудобные прыжки, я вот вообще их не чувствую. Какое-то вот ощущение того, что они то ли запаздывают, то ли еще что, но... Нет ощущения того, что ты вот как бы делаешь эти прыжки, да? Кажется, что вот как-то тебя вот с этим обманывают. Они слишком, может, затяжные какие-то, я не знаю, или что. А еще я понял, что она на этом роботе парить может немного. Ворота были заблокированы. Так открой их. Отрицательно. Противник в комнате глушит сигнал. А разве это было когда-то что-то легко? Терни какие-то там подбирали. Кстати, тем временем-то у нас не особо много здоровья, чтобы вот подобные кульбиты безнаказанно выписывать. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас на единичку поставлено малое восстановление. Блять, что происходит? Жесть какая. Ой, это что, это какое-то супер классное добивание мы задействовали. Ну не то чтобы очень, но что-то она новое сделала, мы такого еще не видели. Так. Все подобрали? Подобрали. Знаете, мэм, я рад, что вы здесь. Почему? А, андроиды, модели, сканеры, одиночки, шпионы, в тылу и все такое. Обычно я работаю без партнера, а с вами куда веселее. Оставь эмоции. Виноват, мэм. И еще кое-что. Прекрати звать меня мэм. А? В этом нет необходимости. Хорошо, тогда просто туби. Так, надо привыкнуть этого парня на НС называть, а не 9С. Медная руда.
Ой, я тебя совсем не заметил. Да стой же ты. Он, да, видимо, добивание можно было сделать, пока он лежал. Это что еще было? Я не знаю, как я это сделал. Я просто что-то нажал, там нажал, тут нажал. Так, можно наверх подняться, но я пойду понизу пока. Ага, ну в любом случае нас заставили это сделать. Малое восстановление подобрали. Посмотрим уж тогда, что здесь. О, а здесь опыт у нас. Назовем это так. А чё они на дистанции не стреляют? Просто будут как идиоты. Странно, конечно. Но это их дело, не то чтобы я против. Сломанный ключ подобрали, например. Вот она парит на нем, зацепляется такая. Так, а я все еще пытаюсь понять, как тут сохранение действует, по какому принципу. Потому что я-то хочу уже немножко... Этот лифт заблокирован, воспользоваться им нельзя. От игр всякими звонками. This place sure is big. Самый большой комплекс. Думаю, люди использовали его как завод, но теперь он кишит роботами. Похоже, завод был передан врагу. Они продолжают производство, если мы уничтожим его. А, они не продолжат производство, если мы уничтожим его. Завод уже передан врагу в массовое производство роботов. Вот так вот. Так, вопрос с сохранением остается открытым. Где и как оно делается? Если тут написано, что нет автосохранения. Ой, а ты... Ой-ой-ой, что ж ты делаешь, окаянный? Он отбивает, что ли, снаряды, типа? Да ладно. Но он дает. Сейчас камера сверху, жесть какая, что происходит. 1000 монет мы получили, чтобы это ни было, 1000 G, gold может быть. Закончились, ребята. О, а вот с тобой-то я еще... Опа, 5-й уровень. Вот так вот. Среднее восстановление. Сейчас у меня это не получится. Почему? Странно. Возможно, для этого нужно какое-нибудь умение или что-то еще, чего у нас пока что нету. Так, а мы как сюда спустились? Не по этой ли лестнице?
Так, ну маркер показывает, что нам нужно вверх, поэтому, соответственно, на эту лестницу. А мы всегда идем от обратного. Окей, поэтому мы пойдем сюда. Мы короткий путь. Мы были здесь, мы все встало на свои места, окей. Возможно, нам придется когда-то вернуться сюда, но не сейчас. Что? Они используют случайные бессмысленные записи данных Старого Мира. В действиях роботов не следует искать смысла. Ой, да отвали от меня! Так, чувствую, здесь босс-файт будет. Ну и так сойдет. Да что ж ты будешь делать? Я вообще не понимаю, что там внизу происходит. Меня просто что-то бьют. Я не могу никого ударить. Жесть какая-то, ничего не понятно. Так, сначала лут. Вот опять вот какая-то жесть происходит. Фух. Сломанный ключ. Так, неужели вид от третьего лица? Ну, наконец-то. Так, контейнеры закрыты, в них мы полутать не сможем. Так, там закрыто, мы туда пройти не сможем, поэтому у нас выход только один. Внимание, у противника обнаружен пуленепробиваемый щит. Перейдите на ближний бой. Знаю. Ну я-то нет. В смысле, что я-то не знаю этого. Ну, рано или поздно это должно было случиться. О, интересно.
Вот и все, недолго твой щит тебе помогал. Жесть какая. Да давай того лучше добьем, блин, пока он бежал. Так, подождите, ребят, не стреляйте, я лут соберу. Все, закончились эти пацаны, ну неужели? Так, ну все-таки я очень заинтересован в том, как же сделать сохранение. Вы не можете сохраниться сейчас. Так, ладно. Я смотрела весь завод, но не нашла ничего похожего на Голиафа. Может они, ну не знаю, передвинули его куда-нибудь? Господин капитан, ну что же вы? Так очевидствуете. Получено медное... Это что еще такое? Это я типа в стелсе? Странно, я подхожу к ним, и они меня будто выкидывают. Странно, ну ладно. Это все эти японские непонятные штучки. Так, наверх... Нет, наверх мы не идем. Твою ж мать, она не хочет туда идти. Я хотел внизу разведать что-нибудь. Что за линейность? Сраные рельсы, ненавижу линейные рельсы. Что же это? Ты про птиц? Yeah, да, теперь тут гораздо больше флоры и фауны, чем раньше. Вероятно, из-за изменений в окружающей среде. Так, могу ли я сохраниться? Актуальный вопрос сегодняшнего дня. Быстрое сохранение. Вы не можете сохраниться сейчас. Странно, конечно. Ну, ребят, я в стиле очень хочу сохраниться, как прям честно-честно. А, можно посмотреть по-другому. В загрузке какая ближайшая точка. А, загрузка последнего сохранения? Нет, это так не работает. Я знаю, меня как кинет в какое-нибудь самое начало. Нет, 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 я так не играю. Я думал, он покажет мне список. А мне не нравится уже по умолчанию описание к этой кнопке «Загрузка последнего сохранения». Но это опять же при том, что, как мне в самом начале сказали, что тут нету этих контрольных точек автосохранения. Ай, японцы... Китайцы или кто там сделал, я уже забыл. По ту сторону моста должен быть что-то там. Путь не близкий, стоит ли разведать мне? Не помню, чтобы штаб когда-либо ошибался, но похоже, они не застрахованы от этого, да? Я так не думаю. С двумя такими штуками сразу.
Обнаружены сильные помехи. Потерян сигнал от систем дальней связи. Неважно, обойдусь без них. Ой-ой-ой. Она больничая, эта штука. Да что ж ты будешь делать-то? Я буду с одной пока дуэлиться. Да. Что ж ты будешь делать-то? И все, это вы вот так вот атаковать все время будете? Ну, если да, то... Ну, блин, я не успею просто добежать. Вот и все. Конечно же, я не успел. Я не знаю, как от этого уворачиваться. Вот есть или ноль? Ну вот как? Она не прыгает так высоко. Находясь в текстурах этой штуки, я могу только что-то делать. Умереть, например. Ну, сейчас мы узнаем, как далеко нас откинет. Отряд Йоха был уничтожен, и Земля стала раем для роботов. Ура! Так, ну. Нет? Понятно. Так. 37 минут мы играли. Что значит концовка В? Всему живому предначертан конец. Мы навечно заперты в бесконечном цикле жизни и смерти. Это проклятие? Или какое-то наказание? Я часто задумываюсь о Боге, что не спаслал нам эту таинственную землю, и задаюсь вопросом, сможем ли мы убить его? Кого? Таинственную... На связи штаб, эскадрилья... Эй, не понял. Сначала? С самого начала? Серьезно? Да ладно, это что за дерьмо такое? Вот этого я сейчас вообще не понял, это же... Так, стоп, это же... Бред какой-то. Мир автомата, как сохраняться? Я спрошу у Гугла. Сейчас посмотрим, что мне пишет Гугл. В этой игре вообще бывает сохранение чекпоинта? Почему, когда я в прологе умер, игра закончилась и пролог начался заново? What the fuck? Спокойно, после пролога все будет. Хотя у меня были такие же эмоции, когда только начинал играть. Ну как хилиться, кстати, я так и не понял. Угу. Там же в автопрологе автохил вообще стоит. Но если надо вручную, то либо через основные меню, либо через быстрое меню предметов, колесико мышки. Автохил это как? Охренеть.
Понятно. Значит, нам надо пройти этот сраный пролог. Божественно. Ладно. Я тогда, видимо, за кадром дойду до того самого места снова, и оттуда мы уже продолжим. Ну, потому что это жесть.